Шотландская компания Adver Group завершила работы по разминированию на территории строящегося аэропорта, в освобожденном от оккупации в Физулинском районе Азербайджана. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении компании. Компания Adver Group с 40-летним опытом работы после войны в Боснии участвовала в очистке от мин аэропорта Сараева. Несмотря на логистические проблемы и трудности, вызванные пандемией COVID-19, Adver Group завершила согласованные с Азербайджаном работы в течение 14 дней, отмечается в сообщении. Ранее представитель Adver Group Дэвид Кларк заявил, что проект по разминированию обеспечит безопасное строительство Физулинского международного аэропорта. Правительство Азербайджана планирует возродить экономику региона в ближайшие 2 года и, самое главное, обеспечить внутренние и внешние авиарейсы, являющиеся очень важным стимулом для общества.